Более 15 тысяч юных люберчан отдохнули в летних лагерях в этом году. Разнообразить детский досуг помогли почти 37 миллионов рублей из регионального и областного бюджетов. Итоги оздоровительной кампании 2019 года специалисты управления образования подвели в администрации. Почти половина выделенных средств ушла на организацию отдыха в лагерях дневного пребывания. Они работали на базе 38 учебных заведений округа. В отрядах смогли провести каникулы около 3500 детей. В первую очередь в лагеря отдыха дневного пребывания были направлены дети из многодетных, малообеспеченных, асоциальных семей, а также дети группы риска, находящиеся на учетах в органах и учреждениях системы профилактики. Особое внимание на летних каникулах уделялось детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Досуг организовали более чем для 2000 школьников из этой категории. 155 детей, оставшихся без попечения родителей, отдохнули в Крыму. 47 сирот получили путевки в оздоровительные лагеря Краснодарского края и Подмосковья. Всем привет, я Луиза, а вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки, и вы будете в курсе самых интересных событий.